Твери на перекрестке улиц Маяковского и Академика Туполева изменилась схема движения. Теперь с двух крайних полос здесь разрешен только поворот налево. С крайней правой полосы можно двигаться прямо или направо, а с центральной только прямо. При обсуждении новой схемы движения в группе ВКонтакте «Подслушно у водителей Тверь» большинство автомобилистов ее одобрили, но сообщили, что далеко не все смотрят на знаки и многие пытаются проехать в прямом направлении по одной из левых полос, предназначенных теперь для поворота. Кроме того, на пересечении улиц Академика Туполева и 2-я Силикатная рядом с пешеходным переходом установили новый комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.